Сотрудники уголовного розыска МВД России по Ленинскому городскому округу задержали 19-летнего местного жителя. Подозреваемый в грабеже похитил более 23 тысяч долларов США. На допросе задержанный рассказал сотрудникам МВД свою версию произошедшего. 3 дня назад я связался с 2 персонажами, которых в Телеграме, в которых не знаю. Они мне сказали, что это человек. Они мне скинули 4 номера и сказали, что это все люди, которые украли деньги у нас. И что эти люди зарабатывают черным способом. Я позвонил первой, там была девушка в положении, ее не стал трогать. Второму парню позвонил, он на меня пытался вызвать полицию, говорит, что по этому номеру сейчас выйдет полиция. Видать, его тоже уже шваркнули. С одним гражданином из этого списка задержанный все-таки установил контакт. Предложил по выгодному курсу обменять валюту на рубли. Договорился о встрече на улице Завидной. В момент передачи выхватил деньги и скрылся. На это время этот человек мне брызгал на лицо перцовым баллоном, брызгал и забрал у меня с рюкзака деньги, которые в пачках были, 23 400 долларов. И убежал в сторону леса. Естественно, я не смог хорошо видеть, я за ним бежал, но недолго, но потом глаза не мог открыть, он дальше убежал, скрылся, я его не нашел. Позже выяснилось, что в свертке, которые злоумышленник передал потерпевшему, были банкноты банка приколов. Пострадавший обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность подозреваемого. При задержании при нем находилось только 5000 долларов США и 300 тысяч рублей. По словам молодого человека, остальные средства он передал заказчикам преступления. Сейчас фигурант находится под стражей.